Всем привет, кого не видел, не слышал, сегодня на стриме, соответственно, мы по наводке Юрсаныча, старого доброго друга, прибежали на медвежку и решили половить золотого линя. Вначале вы видели, да, клюет, усач, много плотвы, но и золотистый линь заходит. Прикорм, в принципе, использовал стандартный. По ПВАшке вы можете, в принципе, посмотреть. Можете мне написать. Я даже так сделаю. Не успел я ее заскринить, к сожалению. Но тоже можно разобраться как-то и попробую добавить в сообщество. Не буду я уже заходить сегодня в игру. Вот, так как уже поздно слишком. Но не суть. Чуть-чуть вам сразу так скажу. Усач клюет по прямой, то есть чуть-чуть правее W, а вот линь заходит больше в левую сторону. Точнее, наоборот. Усач заходит посередине между W и N, а, соответственно, линь золотистая заходит чуть-чуть правее W. То есть заброс, смотрите как на видео, куда я забрасываю, в какую сторону на линя. Вот это заброс в данный момент на линя. Вначале вы видели, по прямой закидывал на камыш, там усач. Клипса 15-17, клюет на сыр. На другие приманки пробовали, да, и на кокосы, сливки. Здесь также есть и амур. Из-за этого, чтобы подсечь более крупную рыбу, чтобы ставить более мелкие поводки и возможность закрыть данного трофея, лучше ставьте только сыр. Поиграйте немного сами с ПВА, потому что я использовал линёвый плюс добавки сыр, стандартный обычный, обычный сыр, поставил медовые бойлы, в принципе любовый просто мед, ароматизатор мед. Это был в принципе ПВА, который я использовал на линя золотистого. Усач активно заходит, заходили и притрофные, чуть-чуть дальше вы увидите итоги, хотя вы видите сейчас... В турнире из 11 человек поймали 9 золотистого линя, плюс усачи, так что точка стала опять активна, можно ловить и закрывать. Не забывайте подписываться, не забывайте оставлять лайки, комментарии ваши. Буду очень рад, мне будет приятно. Всем всего доброго, побольше трофеев. Пока!